Ну, давай. Кто говорит? Да, тяжело. А я как я все время так играю. Так что привыкай. Ты чё, я же тут это в буловском чате цапал. Это ты Medal of Honor играешь, что да? Я же цапался с ними. Они на меня наехали, что знаешь это. Андрей 43 это есть в Афин СС, прикидываешь. Я с ними боролся долго, блин, доказывал. Их же там, знаешь, сколько народу понабежало, все тебя травить начали, блин. Что, не видел, что ли, это? В Булоском чате это. Да? Я... Да, потом тебя травили, потом меня начали. Да я их хрезал. Я, понимаете, они же не по-русски все пишут. Они потом пишут, что это самое, Андрей, этот, Баффин СС, это и есть Андрей 43. Я потом начал слово, потом я начал доказывать, что у меня есть видео, где я играю против тебя. Я не есть ты, понимаешь? Ты что, ты не смотришь, что ли, буловский-то чат? Ну так ладно, чё. Нет, ну просто вот такая фигня такая была, вот. Мне пришлось оправдываться, что я не ты, понимаешь? Видишь? Да. Не обращай внимания, все нормально. А то, знаешь, пошли такие, вот это. А вот это же Монета пишет, ты читер конкретный, блин. Знаешь, Монета, Кондор Света этот, блин. Вот, он-то пишет постоянно, он же постоянно пишет, что ты читер. Потом начал, дошло до того, что ты уже все там оскорбляешь, там, и такая заваруха пошла, что, блин, и меня приплели, блин. Ну, вообще, я вообще не при делах, блин, я оказался во всем виноват, прикидываешь? Так, понимаешь, так, ты не понимаешь, что ты читер употребляешь. Там все только, все приводят твои выскали, да, пидорас там, то все всякая фигня такая. Вот Дим, не блин. Дим, не обращай внимание, я уже забил на это, на все, блин. Ну, значит, у него читы есть, так напиши. Они из-за того, что Лепси, все почему они подумали, что Лепси, я есть. Они же знают, что ты играл за Лепси. И вот так, а я потом, и они думают, что Лепси и мы одно и то же. Они же не понимают, что я букву-то изменил тогда. И мне, короче, попало. Но я-то не обижаюсь, как бы. Но я сделал вид, что якобы обиделся, типа, знаешь, там послал кучу таких этих смайликов таких недружелюбных. Кстати, блин, я посмотрел. У меня Невзоров выпустил новое видео. Это видео ждали год. Но почему-то просмотров мало, видишь, отпустались-то. Это, я, короче, послал этот самый сообщение Невзору. У меня, мы сообщили, лидируя там. Ну, короче, чел какой-то там. Ну, короче, ты, ладно, я, короче, сейчас тебе видео пошлю. Это, посмотришь это самое. У меня, короче, не, я тебе пошлю. Мое высказывание, вот скажи, ты согласен или нет вот с ним, с моим высказыванием. Ладно, ладно, хорошо, я потом пошлю. Ну давай тогда, ладно, пока я не буду тебя отвлекать тогда. Давай, пока. А чё? Ну, да ладно, чё, не буду отвлекать. Давай, пока. Марик один мне. Я Марик один удалял за 400, он же читерил раньше.
Да как? Че мне запомнил? Я уже в игру полтора месяца не входил вообще. Я же сейчас в GTA сижу. Да многие так, многие, которые вот я заметил, писали, что читеры, они потом сами ставят читы. Сначала в жопе. А ты посмотрел мое видео, которое я это играл тогда? Там тоже боб 45 у меня стоит. Последнее. Помнишь это? Там я хуею это, да? Видел видео там? Это у меня тоже боб 45 стоит. Вот там все видно. Видел, да? Так потому что ты в Кирове живешь. У нас же интернет особый. Если ты качаешь маятник, тебя убить не возьмут. Ты же сам же говорил. Помнишь? Слава, долго не видал. Он все что-то. Смотрю, видео все время посылают в Ютубе, блин, я охренел. Видел, да, его видео-то? А ты по скайпу-то давно с ним общался? Че, со слоном? Да он что-то вообще. Я пытался с ним связаться, он меня не отвечал, я его из скайпа просто удалил и все еще. Блин, как у тебя получается, блин? У меня на мазари вообще ничего не выходит, блин. Меня сразу мочат, блин. Я постоянно в жопе, блин. Кто? Файер. Не знаю такого. Я не смотрел, даже не знаю, что. А ты под каким ником-то? Так не, понимаешь, иностранцы-то поймут это? Нет, что ты там написал. На, раз вой, значит, баффин, да?
Так вот у тебя постоянно пишет боль. А этот же постоянно монеты этот, как его. Кондор Света пишет, что ты читер постоянно, да. Вольф это, если увидите ник Вольф, это значит читер. Он постоянно в чат пишет. А Кондор Све, он, похоже, только на Мазари тоже сидит. Его больше нигде и нету. А что-то сидит это самое, что-то права там качают еще, блин, вообще, блин. Если ты не умеешь играть, так ты это самое, так и напиши. Блин, а я что, прикидываешь, блин? Это, короче, мы, у меня тесть приехал, вот сегодня водочку распили. Я сходил за другой водочкой, у меня водку, вторую бутылку отобрали, блин. Сейчас сидим, ищем, куда спрятали, блин. Надо где-то, как-то водки надо найти, блин. Давай, я сейчас в Ютубе напишу, в чате напишу, FFNSS скоро выложит, и так и напишу, давай. Ты записал, да? Точно, я тогда напишу им. Все, я пишу тогда в чате, давай. Я, короче, пишу, давай, пока. Димон, 44 на 8, ага. А ты на своем канале видео выложишь, да?